Глава Тувы в преддверии Дня защитника Отечества на праздничном концерте вручил государственные награды республики. Мы с вами знаем, дорогие земляки, что такое защитник. Для нашей Родины, для нашей России это особенный праздник. И мы это очень хорошо понимаем. Она имеет глубокий смысл. В этот день мы отдаем дань уважения прежде всего мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь ратному служению Родине. Верность Отечеству, мужество, самоотверженность, боевое мастерство – это и есть то, что олицетворяет сегодня наших военных. 23 февраля – это особая дата в праздничном календаре России. Для наших соотечественников она наполнена глубоким смыслом. В этот день мы отдаем дань уважения мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь ратному служению Родине. Верность Отечеству, мужество, самоотверженность и боевое мастерство наших военных – это одна из основ стабильности и безопасности нашей страны. Во время торжественного мероприятия почтили память участников Великой Отечественной войны и тех, кто сражался в Афганистане. В этот день принимали поздравления не только военные, поскольку защита Родины – это не только служба в армии. Это и борьба силовых структур с терроризмом, ведущим войну против мирного населения, и надежная охрана государственной границы, первого заслона против организованной преступности, скотократства, наркобизнеса и незаконной миграции. И работа спасателей в условиях чрезвычайных ситуаций, и постоянная борьба солдат правопорядка с криминалитетом. Все они считают своим высоким нравственным долгом беречь родную землю, охранять покой стариков, женщин и детей, пресекать всякие попытки нарушить мир и согласие в нашем общем доме.